Ну что, дорогие друзья, давайте, правда, начинать, потому что у нас сегодня такое большое, радостное, знаменательное событие. Кого-то я вижу уже по много лет на нашем замечательном конкурсе. Кто-то сегодня пришел первый раз, и это тоже очень радует, и это тоже очень важно. И тем не менее, кто сегодня первый раз, я скажу немножечко в двух словах, что происходит. Ну а кто не первый раз, кто уже даже второй, третий, четвертый, тоже, наверное, будет интересно послушать. Небольшое предисловие. Ну, во-первых, дорогие друзья, у нас сегодня девочка, есть и мисс Пресса, есть и королева Невских пляжей, есть и другие разные туры, фестиваль поэтов. И сегодня, чтобы также вам было понятно, мы сегодня присутствуем на туре, на этапе, который называется мисс Фото. То есть, вот, кто-то из этих девушек в декабре станет официальным видом искусства, фотопортрет. Вы не знаете, чем занимается девушка, вы не знаете, сколько ей лет, вы не знаете ее профессии, тогда ее пристрастия, увлечения. Вы просто смотрите портрет. Вот где она у нее. Немножко о себе, о том, почему сюда пришли, и о создании портрета. Здравствуйте, меня зовут Диана, мне 16 лет. Я учусь в одном из самых престижных мест Санкт-Петербурга, лицей 200 человек. Команда, которая помогает детскому дому «Ковчег» и организации «Родительский мост». Мы собираем подарки и канцелярские принадлежности, помогаем устраивать праздники детям-сиротам. Очень приятно находиться в радость, когда мы приходим с волонтерами и моими друзьями-лицеистами. Пару слов, почему я решила участвовать в этом конкурсе. Благодаря этому конкурсу я узнаю большее количество людей, которым смогу привлечь к проблемам Петербурга. И к проблемам детей-сирот. Пару слов о портрете. Когда я делала этот портрет, была хорошая погода, у меня было отличное настроение. Я была побита. В 2010 году я закончила колледж Министерства финансов. Я казначей. В прошлом году поступила в университет аэрокосмического приборостроения. Сейчас я студентка третьего курса. Люблю заниматься еще вокалом. Я закончила музыкальную школу. Пою в таком достаточно знаменитом в нашем городе вокальном кружке, как арт-колледж. Уважаемые члены жюри и зрители этого конкурса. Меня зовут Любовь. В 2011 году я закончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. По специальности менеджер социальной и культурной деятельности. То есть моя профессия связана с организацией мероприятий и объединением культуры и каких-то социально значимых проектов. Как создавался этот портрет? Просто мы пробовали делать какие-то разные снимки, и оказалось, что это наиболее удачно. Меня зовут Анастасия, я являюсь студенткой 4-го курса Санкт-Петербургской педиатрической академии. И сегодня у меня номер 5, и это уже с моим большим радостью, это моя вторая пятерка. Я бы хотела поделиться с вами. Я собирала, защитила научную работу в своем университете на тему мотивации волонтеров, почему люди занимаются добровольческой деятельностью. Я с детства, я увидела, когда была маленькая, Юлю Курочкину, первый конкурс красоты. Этот образ навеял, ну, не мой кумир, но одна французская актриса, Брижит Бардо, которую я очень люблю. Поэтому вот, я сделала что-то, там, образ такой. Ну что ж, мы сейчас посмотрим, вышли, пожалуйста, все. Сейчас я работаю инженером сметного отдела строительной компании. Наша компания занимается строительством энергетических объектов. То есть мы строим огромные энергокомплексы, которые снабжают энергией предприятия нашей страны. В свободное время я увлекаюсь литературой. Вот. И наконец-то в этом году нашла себе силы и подала заявку, чему я очень рада. Да. Я являюсь студенткой 4-го курса Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, юридического факультета. С детства я занималась профессиональными горными лыжами. Это красиво по этому виду спорта. Также я увлекаюсь политикой, некой общественной деятельностью.
участвую в этом конкурсе красоты, потому что каждая девушка мечтает быть душевной принцессой. Что касается по поводу моей фотографии, я считаю, что мой портрет, он несет в себе... Спасибо. Номер 7, пожалуйста, получайте у себя. Номер 8, Юлия Лозникова. Пожалуйста, пишите. Не волнуйтесь. Добрый день, меня зовут Лозникова Юлия. Мне 20 лет, сейчас я являюсь студенткой Государственного университета культуры и искусств. Учусь на 4-м курсе. Что касается портрета, то я не пыталась передать ничего особенного. Хотела передать свой естественный образ, как обычно я выгляжу в повседневной жизни, и ничего не прикажу. По специальности педагого-профессионального обучения, по совместной инициативе с пробовать создать туристический клуб, который занимается спортивным развитием молодежи и также следит за экологической обстановкой в Ленинградской области. Как оказывается, тяжело держать эти фотографии. Страны не смотрятся. Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Лаврова Анастасия. Я являюсь курсантом Морской академии Макар. То, что люблю путешествовать. Также люблю встречаться с друзьями, проводить с ними свободное время. Например, кататься на велосипеде или на сноуборде, если это зима. В общем, на каждое время года найдется свое увлечение. На фотографии я хотела передать летнее настроение. Выбрала сарафан с ромашками. Ромашки — это мои любимые цветы, мне кажется, так как я снималась для рекламы и для журналов, для божьих журналов. Поэтому на фотографии я шла с хорошим настроением, хоть 24 мая будут госэкзамены, и я буду сдавать диплом. У меня очень много увлечений, из которых я могу назвать путешествия. Я люблю читать, я люблю танцевать, занимаюсь танцами. Работаю время. Я посвящаю своему любимому делу, я бы так его назвала. Я занимаюсь танцами с детьми из детских домов и социально необеспеченных семей. Конкурс для меня – это возможность развиться как женщине, как личности, развиться духовно в том числе. И, конечно, конкурс привлекает внимание, и мне хотелось бы привлечь внимание к социальным проблемам. Если у меня есть такая возможность, я прям буду. Это вы? Да, это я. Я вам дал, я вам какой-то. Из 60-х годов досталось шкафа. Деньги не тратить. Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Мальдина Анастасия, мне 22 года. Я закончила Санкт-Петербургский государственный университет, факультет географии и геоэкологии. По специальности я физик и геолог. Я люблю путешествовать, и мы ездили в экспедицию на Кавказ, когда учились, и на Алтай от Русского географического общества, когда выдали грант. А сейчас я работаю немного не по специальности, но связано с геодезией, кадастровым инженером. Это новая для меня отрасль, но я стараюсь, я получила аттестат кадастрового инженера, учу федеральные законы, и я сейчас сама читаю дома книжки и стараюсь быть хорошим ландшафтным дизайнером, чтобы своим друзьям, своим знакомым создавать хорошие, красивые сады. Помогать, вообще по жизни помогать. И я очень люблю детей, и особенно хочется очень помогать детям. Ну, мне еще учиться. Работаю я в компании, которая занимается оловянной миниатюрой, подарками, сувенирами. Очень много приходится работать с творческими людьми, с художниками, со скульпторами. Я подумала, что лучше выбрать фотографию, именно ту, которая наиболее передает какой-то, может быть, мой азарт во взгляде. Ну, как-то так. Спасибо всем. Я профессор художественной гимнастики, я кандидат мастера спорта России. На данный момент работаю воздушной гимнасткой в цирке.
В этом году планирую поступать в Ленинградский государственный университет на спортивную кафедру. И хочу воспитывать маленьких юных спортсменов. Люблю путешествовать, узнавать новых людей, заниматься шейдингом. Вероника, я смотрю, проверяю. Так, ты моя стабильная форма, да? Здорово, это же трудно как бы получить спортивный разряд. А еще, вы знаете, мне один раз Вероника открыл секрет. Вы участвовали в открытии чемпионата мира по тайскому боксу. Да, было очень большое шоу, когда Петербург удостоился такой большой чести принять чемпионат мира по тайскому боксу. И вот наша с вами конкурсантка там принимала участие. Там, да, в церемонии, красочной большой церемонии открытия. Поэтому, да, вы такой номер такой, да, смертельный. Без страховки. Ну, все время все связано свои. Я студентка Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. Заканчиваю, я выпускница. Работаю в строительной компании, мы строим сады и школы. Работаю в отделе снабжения. Также я закончила музыкальную школу, играла в баскетбол. Увлекаюсь психологией, эзотерикой и путешествиями. Этот снимок отобразил женственность и искренность. Здравствуйте. Я выпускница Российского государственного педагогического университета имени Герцена по специальности лингвист-переводчик. В данный момент я уже закончила Герцена и работаю переводчиком. Я считаю, что переводчик – это тот, кто хорошо знает культуру и историю своей страны и также интересуется культурой и историей других стран и находит точки соприкосновения. Я попыталась воплотить образ музы, образ человека, который вдохновляет на творчество, на поэзию. И мне вспомнилось стихотворение одного из моих любимых мексиканских поэтов Густава Адольфа Бейкера. «Que es poesía? Dices, mientras clavas, y me preocupas por ti». Представьтесь, не заторопитесь. Да. Я хочу спросить всех девушек, что для вас победа в конкурсе, что она для вас значит и как вы ей воспользуетесь? Просто я считаю, что мнение мисс Санкт-Петербург всегда больше прислушивается. Реализовать себя, узнать новых людей, узнать что-то новое, потому что этот конкурс не только конкурс красоты, но и чего-то большего. Мне кажется, как и само участие в этом конкурсе, так и результат для всех даст какое-то стремление. И непосредственно был вопрос при... Ну. Все, что вы думаете? Поживее. Я вот вниз и все. Правильно, да? Давайте поаплодируем. Что-то как-то вопрос простой. Для меня победа в конкурсе – это открытие новых горизонтов, это переход на новый уровень, это гордость для моих родителей, которые в меня верят. И тогда я смогу другим девушкам рассказывать, как можно достичь своей мечты, как можно выиграть. Но это, правда, очень ответственное место, очень ответственный приз, который нужно нести с высоко поднятой головой. Благодарить людям радость. Вот. Путь победы для меня – это возможность развиться как личность, как женщина. А в том случае, если мне все-таки удастся победить в конкурсе, я думаю, что для меня это будет отличная возможность порадовать мою бабушку. Мне кажется, это большая ответственность. Надо быть примером. Показывать этот пример, донести до людей. Это большая возможность сделать мир лучше. И я не сказала об этом, но сейчас я хочу об этом рассказать, так как считаю, что моя победа будет социально значима для определенной достаточно большой группы людей. Так получилось, что с раннего детства я болею сахарным диабетом. И это достаточно серьезное заболевание, но тем не менее
оно не мешает мне активно жить, учиться, участвовать в общественной жизни и даже в конкурсе красоты. И если бы вы только знали, сколько людей меня поддерживают, сколько родителей, детей, как все болеют за меня. И я знаю, что если я выиграю, то моя победа уже будет не только моей. Спасибо. На то, что я участвую в таком конкурсе. На это я слышу всегда только один ответ: «Что ты? Это же такой конкурс, это же так серьезно! Я бы на это ни за что не пошла, ты очень смелая!» И, наверное, победой в этом конкурсе я бы доказала, что все в ваших руках, вы все можете, стоит только этого очень сильно захотеть, как, наверное, и сказали предыдущие участницы. Покажу молодым людям нашего города, как важно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Ведь здоровый образ жизни помогает поддерживать красоту, здоровье, а главное – хорошее самочувствие. Если я стану мисс Санкт-Петербург, то я постараюсь привлечь внимание общественности к социально значимым проблемам не только Санкт-Петербурга, но и России. Вот, для меня действительно важно, чтобы в этом мире было больше доброты, красоты, творчества, вот, чтобы мы использовали весь наш потенциал для того, чтобы действительно жить интереснее. Вопрос я от гостей. Представить нашего замечательного, почетного гостя, моего коллегу, тележурналиста и актера, и режиссера, у нас сегодня Юрий Владимирович Победа. Спасибо большое за добрые слова, дорогие красотульки, красавицы. Но они действительно такие. Я понимаю, что, в общем, ситуация неловкая, поэтому еще от вас требуют что-то говорить. Мало того, что вы красивые, от вас еще что-то требуют говорить, и что-то еще умное вы стараетесь сказать. Вы молодцы. Вы стараетесь, и вам за это большое спасибо. Но я вам скажу самое главное, мне кажется, для сегодняшнего дня. Это конкурс, и в конкурсе победит кто-то один, или кто-то второй, или кто-то третий, а кто-то не победит. Но мне кажется, что вы уже победили, потому что у вас есть такая возможность посмотреть на себя со стороны. Как правило, когда мы смотрим на себя со стороны, мы видим то, что хотим, а не то, что есть. А вот благодаря этому конкурсу все-таки вдруг вам удастся увидеть не то, к чему вы привыкли, а что-то совсем новое. Если вы захотите вдруг стать моделями, то у вас еще все впереди. Вы сможете из себя сделать все, что угодно, поверьте. Даже вы, очаровательная девушка, у которой вот есть такой небольшой недуг. У вас все впереди, действительно, все в ваших руках. И самое главное, наверное, вот эту возможность нужно использовать. Нужно что-то сконструировать для себя. А чтобы сконструировать, нужно понять, что я хочу. И кем я хочу быть, когда я вырасту и стану большим. Но вы уже красивые, но мне кажется, что одной красоты для того, чтобы быть и состояться, все-таки мало, не обижайтесь. Спасибо, спасибо. А вопрос? Вопрос, понимаете, единственный возникает вопрос. Вот вы выходите сюда, и вы к этому долго готовились. Вопрос всем одновременно. Чего вы боитесь больше всего на свете? Больше всего на свете я боюсь самого страха. По-моему, если преодолеешь свой страх и преодолеешь то, чего боишься, то ничего страшного больше на свете не будет. Умница. Я отвечу как психолог. Вот тут есть психологи, они со мной согласятся. Страха бояться не надо, его нужно любить. Чем больше вы боитесь, тем больше он будет с вами жить. В обнимку. Он любит, когда его боятся, на то он и страх. Нужно перестать его бояться, и он уйдет к тем, кто его боится. Психологи со мной согласны? Вы еще вам этого не проходили. Больше всего я боюсь потерять самых близких мне людей. Тоже боюсь страха больше всего. Да Господи! Кто вас так напугал? Ты напугал. И потеряться самой. Ну, не дать. В себе не найти себя. Вот. Чтобы не потеряться самой, нужно размножить эти фотографии, разбросать вокруг дома, обклеить весь Невский. Тогда точно. Тогда вас найдут в любом случае. Может быть, я ничего не боюсь? Мой страх – это, наверное,
наверное, остаться одинокой. Очень боюсь одиночества. Да. Я очень боюсь разочаровать и потерять своих близких. Если честно, больше всего я, наверное, боюсь публичных выступлений. А я, наверное, больше всего боюсь высоты. Я мечтаю побывать на крыше небоскреба, но только даже я представлю, у меня уже трясутся коленки. Пока этот страх со мной. Спасибо. Наверное, если говорить о том, вопрос был как, почему вы сюда выходите и, грубо говоря, боитесь, да? Ну, я могу, наверное, сказать на это только одно, что хотя сюда я не боюсь, я волнуюсь. И это немножко с каждым выступлением моим проходит. Если говорить в жизни, чего я боюсь, то, наверное, еще не было в моей жизни таких ситуаций, в которых, наверное, меня бы это сильно потрясло, чтобы я забоялась. Чего-то очень сильно. Пока ничего не тревожит. Я хотела сказать, что я первый раз выступаю перед такой большой аудиторией, и мне было очень волнительно. Но что касается моих страхов, наверное, я еще не столкнулась с ними. Ну, я, наверное, повторюсь. Уже звучала версия, что я боюсь, наверное, остаться без своих родных, вот, также без своих любимых друзей, с которыми иду по жизни. И также мне хочется вспомнить свое высказывание академика Лихачева. Это, конечно, не очень точное, но вместе с тем жизнь дается не зря, не для мелочей, не для покупки машин. Она дается для того, чтобы сделать что-то большое и значительное. Уважаемые члены жюри, гости, мама, здесь есть девочка, которая мне ближе всех по духу. Она училась в одной школе со мной, 214 год. Передавай там всем привет. Ты в этом учении не разгромили школу? Нет. Береги школу с молоду. Знаешь, у нас такие таблички висели. Бережуть? Да. Береги. Вот эта девочка училась со мной не в одном классе, но в одной школе. Не каждая. А я как раз хотел бы всем тоже задать. Ну, давайте. Владимир зовут меня, я директор этого места, где мы сейчас находимся. Хотел бы задать, какие экстремальные поступки вы совершали в жизни? Ну, какой-нибудь один. Хороший такой. Можно сказать, что катание на сноуборде довольно-таки экстремально. Ломала себе руку, и не один раз. Пожалуй, самым экстремальным поступком для меня стал прыжок с парашютом, потому что я боюсь высоты. Я сама подошла и познакомилась с молодым человеком, который мне очень нравится. Зеленую карьеру и тележурналистику и поступила на первый курс медицинского университета, потому что это действительно было экстремальное решение, но сейчас я об этом ничего не пожалела. Но в недавнем времени я поняла, что это было не экстремальное. А экстремальное — это то, когда у нас дома завелось 3 собаки. Они маленькие, казалось, что это будет очень мило, но на самом деле это настоящий экстрим. Особенно для меня, я повторюсь, что я не боюсь их. Я просто их не очень люблю, но я взяла в руки огромного-огромного паука. Для меня это было ужасно, но в то же время я, у меня как камень с души упал. Я получила, что я больше ничего не боюсь. В моей жизни много было всего экстремального, но это самое, что запомнилось, это полет на вертолете. Меня как бы всегда тянуло в небо, мне хотелось посмотреть на землю с высоты, и я решила, хотя очень боюсь высоты. Так же, как у Насти, у меня есть 4 собаки, я соглашусь с ней, что это действительно очень экстремально. Самый экстремальный поступок в моей жизни – это поход по горам Западным Саяном на Южной Сибири со степенью сложности 1В. Это... Со мной были очень хорошие люди, которые помогали все трудности преодолевать, и мы благополучно дошли до озера Художников. Потом вернулись. Спасибо. Валера, садись, вот.
Давай я тоже. Ну как это, как это на грузинской свадьбе. Слушай, вот это мама невесты пришел. Ты надо забыть, да, потому что я мама невесты. Вообще, да, чтобы мы могли потом...